Простой метод приготовить кофе с имбирем – это бросить в турку к молотому кофе мелко натертый корень имбиря размером около 2 см, и варить до готовности. Можно добавить в готовый кофе ложечку меда. Также можно приготовить кофе с имбирем и молоком. Такой напиток отличается тем, что пить его можно как в горячем, так и в холодном состоянии. Вам потребуется положить в емкость 2 чайные ложечки молотого кофе, пару гвоздик, кусочек имбиря размером 2 на 2 см и 400 мл воды. Смесь необходимо довести до кипения, после чего выключить огонь и влить 500 мл только что закипевшего молока. Напитку необходимо настояться. Третий рецепт – это кофе с имбирем и цедрой. Для увеличения эффективности в борьбе с лишним весом можно добавить в кофе такие жиросжигающие компоненты, как корица и цитрусы. Для приготовления подобного кофе необходимо сварить в емкости 3 чайные ложки молотого кофе, кусочек 2 на 2 сантиметра потертого имбиря, пол чайной ложки корицы или 2 палочки, чайную ложку какао-порошка, чайную ложку семян аниса или 3-4 звездочки, цедру одного небольшого апельсина и 400 мл воды. Четвертый рецепт – это кофе с имбирем по-восточному. Вскипятите стакан воды, добавьте в нее около 4 гвоздичек, палочку корицы, 1 смоленый кардамон, 1 натертый на мелкую терку мускатный орех. Хорошенько перемешайте и положите несколько листиков мяты и натертый имбирь размером 2 на 2 см. Через пару минут высыпьте столовую ложку молотого кофе и поварите немного на медленном огне. Добавьте стакан молока и закипятите напиток, снимите его с огня и дайте настояться 5-10 минут.